площадку. Ее первый тренер Ольга Ушакова. Вообще у Олеси самые длинные ноги из всех гимнасток мировой элиты. Сейчас еще, может быть, они кажутся чересчур длинными, потому что совсем недавно она переболела гриппом. И вот, может быть, еще есть какая-то болезненная худоба. Отвлеклась на ту булаву, которая была в воздухе, та, которая в руке упала. Ну, вторая потеря уже, наверное, от нервов. Вообще, наверное, не совсем правильно говорить, что Олеся Мануилова и Вера Сесина здесь выступают вне конкурса, потому что, в принципе, они заявлены в конкурсе. Они могут выступать, потому что это домашний старт. Но очевидно, что они не попадут в финалы, потому что Зарина Гисикова и Александра Тяшева выступят, скорее всего, лучше.